По старой дружбе реальный срок. Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор бывшему старшему следователю местной прокуратуры Владимиру Чапале и экс-сотруднику областного наркоконтроля Павлу Пашкову. По версии следствия, мужчины узнали о проблемах с законом у их общего знакомого и предложили свои посреднические услуги в переговорах с правоохранителями и передаче им 5 миллионов рублей. Свою же помощь оценили скромнее всего в 150 тысяч. При передаче части суммы их задержали сотрудники ФСБ по подозрению в покушении на мошенничество. В отношении них было возбуждено уголовное дело. Сначала мужчины признавали свою вину, но в ходе судебного заседания взяли свои слова обратно и просили полностью их оправдать. Однако суд приговорил бывших полицейских к реальным срокам. Владимира Чапалу к 4 годам в колонии общего режима, Павла Пашкова к 3 годам и 9 месяцам.